веры, доброты, надежды. Урочиста линейка, призвячна дню знать, помолошиться закритою. Першими до класса запрошуємо на молодших шкільників. Учні першого класу. Thank you.
Идемте сюда. Вниз. Арсений, вниз. Нет, не будет Машу, видно мне. А, Кирюша, ставь ее сюда. Ребята, а тепер увага, і таке увага. Дана, хай тримай рука. Родители, родители, хочу вас поздравить с Днем Знаний. У вас сегодня первый день. И очень хочется, чтобы вы все сдружились. У вас будет очень много друзей впереди. Учитесь. Вам сейчас получаете знания для того, чтобы построить, вы знаете, нашу сильную Украину и прославить нашу Покатиловку. Так что поздравляем всех с Днем Знаний. И все принести подарки нашим первоклассникам. Можно? Да. Давайте все, ну что, еще кого-то. Давайте подарки все раздаем. Арсений, вот сюда вниз ставь, Настя, дали подарок? Вот так вниз ставь. Туда, туда любовь тебе подойди, что-то давай. Кира, вот туда ставь подарок. Ребята, где еще? Сюда вниз. Давай, синие, где? Вас тут все поздравляют. И нормальные депутаты. Они вспоминают о вас только в день праздника. Сюда, у тебя нет. А вот там можно на последней парте. Ребята, а ну посмотрим, еще подарки, хотите?
Нет, не забрали. Дорогие детки, вы такие замечательные, красивые, умники. У вас такие хорошие родители. Учитесь хорошо, берегите ваших родителей. Им тоже будет очень тяжело, потому что они будут за вас переживать, они будут учиться вместе с вами, они будут за вас радоваться и за вас огорчаться. Для того, чтобы вам хорошо училось, вот такая красивая карта про нашу Украину, чтобы вам и глобус. Чтобы вам на продленке хорошо отдыхалась вот такая бродилка с животными. И самый главный наш подарок, который, я надеюсь, мы до Покрова выполним, это капитальный ремонт спортивного зала. И мы очень надеемся, что будет проходить в красивом, теплом спортивном зале. Ура! Спасибо! А ми випускники 11 класу. Ми теж вас вітаємо. Дітки, послухайте. Саша, прибери ножиці. Бажаємо вас величезних успіхів, щоб ви були такими дружними, як ми. І даруємо вам подарунки. Дякую. Натюша, дійсно. Ось давайте. Ось тут один. Я боюсь, не розбив. Ось тут нападати. Ні. Я один не даю, мені руку на пам'яті. Девчонки, есть подарок у вас? Есть. Есть такой кулечек? Есть. Кирюша, такой кулечек? Есть. Так, частный предприниматель Ткаченко Дмитрий Григорьевич поздравляет первоклассников. Днем знаний. Желает всегда вершинам знаний стремиться и в жизни никогда не отступать. И только с удовольствием учиться. Дали скромный подарок первоклассникам. Сертификат каждому в веревочный парк «Чарса». Всех с 1 сентября, с Днем знаний. Это самый лучший праздник, потому что он единственный раз бывает в жизни каждого человека. Ребята, что сказать нам? Поздравляем! Мы все в подарках с вами сегодня. Да, Дарья. Верочка, положи пока я на парень. Пока мы Денис, назад. Кирюша, вперед, туда. Садись возле Юли. Быстренько, быстренько, быстренько. Кирюш. Юра, давай, Кира, сюда. Кир, мы тебя так не будем, если ты будешь ждуться. Семеро одного не ждут. Соня, выходите. Выходите, 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 выходите. Ангелина, вот такая еще, вот так. Попасть вот так. Тесно-тесно, вот тут. Молодцы. Я сказала, положи ножницы, Тимур. Выходи сюда, Лева, выходи сюда. Девочки, выходите сейчас сюда всем. И Юра, давай сюда. Так, ты справа сюда. Сейчас. Настя, возле Левы. Давай. Иди, Соня, ко мне сюда. Вот так. Юра. Так, Юра сюда. Соня, Юра, вот так. Мы туда пойдем. Девочки, мы туда идем. Туда, туда, туда. Кирюша и Рита у меня. Вера, хорошо, встань назад. Так. Они вредут все, я не знаю, я никак не знаю. Чуть-чуть потеснее. Девочки, которые в центре у нас стоят. Вот так, ближе, вот так. Катюша, ближе, ближе, ближе. Девочка, ближе, ближе. Можно и даже пока ближе, полукопом. Сейчас красиво, как ближе.
Память осталась. Рита. Ужимаемся с вами и начинаем наш урок. Давайте. Вы все шарики, мы не трогаем, Саша. Кольки всі відпустили, поклали ручки рівненько. У нас сьогодні було дуже багато подарків, дуже багато сюрпризів. Все, тепер ви повинні немножко мене послухати. Хорошо? Все, тихесенько. Ви вже всі школярі, правда? А ви знаєте, як поводять себе школярі в школі? Тихо. Але вони перші повинні з вчителькою привітатися. А хто знає як? Треба привітатися? Правильно, Дарина, треба всім встати, статики. Усі ротики закриті. І у нас є лише одна річ, яку треба зробити. Що треба зробити, дітки? Кіно! Так? А ми не кричимо, у нас тиша в класі. Я кажу доброго ранку, а всі діти мені голівкою кажуть також. Доброго ранку, тільки голівкою. А ротики, та Ірина, швидко. А ротики усіх закриті. Давай швидко, мені, так? І так, я вам кажу, доброго ранку, дітки. Доброго ранку. А хто в мене не почув, що ротик закритий? А ну ще раз потренуємось. Дітки, доброго ранку. Молодці. Ротик закритий, ох, повинен бути. Ще раз, дітки, доброго ранку. Молодці, молодці. Ми домовились, що ми кульки не чекаємо, а вся увага зараз на мене. І так. Ангелин, потом, посиди минуточку, мы потом все поправим. Получше. Посиди минуточку. Посиди, ну, сейчас я проверю, сейчас. Добрый день, мои любые дети. Вы пришли мне в перший класс. Учитесь будете и радіти. Школа и расти кожен день и час. Школа двері для вас відчинила. И запрошую вчитися вас. Бо знання – це велика сила. Тож навчайтеся в добрий час. А тепер, будь ласка, Вера, Ваня Гордієнка і Катюша нам теж підготували віршики. Вера Абраменко.